Мехико, 17 августа. Тревога объявлена на юго-востоке Мексики в связи с приближением тропического шторма Грейс. Об этом сообщило во вторник агентство Пренса Латино-национального метеорологического центра латиноамериканской страны. По прогнозам, Грейс может набрать силу и превратиться в ураган. Природное явление принесет на полуостров Юкатан сильные ливни, которые вызовут наводнения. Тропическая депрессия Грейс, сформировавшаяся в Атлантическом океане, в субботу достигла уровня тропического шторма и направляется в сторону восточного побережья Мексики. Проливные дожди на Гаити, пришедшие со штормом Грейс, затруднили спасательные работы после смертоносного землетрясения, сообщает 17 августа BBC. В понедельник, 16 августа, спасатели отчаянно пытались найти выживших, пока проливные дожди не превратили землю в леденящую грязь, что еще больше затруднило поиск погребенных под развалинами зданий. Let's go.